ретинальная дисплазия – это тяжелая генетически обусловленная глазная патология. Она проявляется на момент рождения, и сетчатка у больного животного вместо гладкой и ровной ткани, выстилающей заднюю стенку глазного яблока, представляет из себя аномальную складчатую структуру. Эти аномальные складки в процессе роста и развития глазного яблока начинают деформироваться и происходят разрывы мелких или крупных кровеносных сосудов, которые выстилают и питают сетчатку. При разрыве крупных кровеносных сосудов возникают значительные внутриглазные кровоизлияния, иногда профузные кровотечения, которые вторично приводят к отслоению сетчатки, тотальному гемофтальму, а в некоторых случаях разрушению глазного яблока.